Алексей. Добрый день. Здравствуйте. Вы уже не первый раз попадаете в прицелы наших видеокамер, и многие из наших зрителей до конца не понимают, какую должность занимаете и чем занимаетесь на строительной площадке, за что отвечаете, может быть. Что входит в сферу того, что вы конкретно делаете? Расскажите вот пару слов. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Алексей Новиков. Строительная компания «ХАК Москва». Мы являемся генподрядчиком строительства объекта «Соволмаш», вашего объекта. Ну, как вам сказать, в обязанности начальника стройплощадки входит контроль за соблюдением графика, контроль за поставкой материала, контроль за производством работ. В общем, огромное количество обязанностей и функций, которые я выполняю здесь на этой стройке. То есть, правильно я понимаю, что все, что здесь происходит, происходит не без вашего участия? Совершенно верно, совершенно верно. От котлована и до конька кровли. Все происходит именно так. Ну, собственно, уважаемые зрители, на ваш вопрос мы постарались ответить. А теперь давайте все-таки расскажите нам, где мы сейчас находимся. Мы находимся в эпицентре, за нами опалубка, я так полагаю, лестничный марш, или что это такое? Сейчас мы находимся на территории будущего административного бытового корпуса. Сейчас здесь ведутся работы по монолитным фундаментам, а вот эта вот опалубка есть будущая противопожарная стена, которая разграничивает производственный корпус и административно-бытовой корпус. Она будет воздвигнута из пеноблоков, являясь противопожарной отсечкой между АБК и производством. А чуть подробнее, как она работает? То есть фактически она просто отсекает, ну, просто воздвигнутая стена и все. Просто физически воздвигнутая стена, которая препятствует попаданию. То есть гипотетически при возникновении пожара там, здесь он уже не совершенно дойдет. Верно. И наоборот. Сзади, за нами, это будущие лифтовые шахты грузового и пассажирского лифта. Угу. Чуть дальше это лестничная клетка. А вот мы уже видим, что довольно близко производственная часть пододвинулась к административно-бытовому комплексу. Сколько осталось осей, прежде чем мы сможем... Буквально осталось здесь две оси, это 4-5 дней, и монтажники переходят работать сюда. То есть, насколько я вижу, в данный момент подтягиваются необходимые металлоконструкции, чтобы уже начать монтаж непосредственно здесь, или это все же еще производственное? Это пока металлоконструкции едут только на производственный корпус. Все металлоконструкции, касающиеся административно-бытового, лежат пока на складе. А тоже вот интересный момент. На сегодняшний день мы видим здесь определенное количество подготовленных фундаментов, но они еще в стадии формирования. Да. А как много времени потребуется для того, чтобы фундамент набрал необходимую прочность для, соответственно, дальнейшего уже установки металлоконструкции? Ну, вот здесь вот приблизительно еще две недели нам работ, приблизительно недели набора прочности до 70%. Под монтаж конструкции. И недельки через 2-3 ребята здесь уже начнут поднимать. Ну и параллельно гидроизоляция, все, что необходимо. Конечно, совершенно верно. Ну вот сейчас хорошо видно. Металлоконструкции находится сейчас на 9-й оси, остается 8-я, 7-я ось, здесь очень хорошо видно. Лестничная клетка, вчера забетонированная. Первый этап бетонирования. А вот это то, что я говорил, это противопожарная отсечка, противопожарная стена. А как много времени потребуется, чтобы закрыть эти оси? 4 дня. 3-4 дня, где-то так. Будем надеяться, что все будет в графике. Именно так. Алексей, ну, может быть, пройдем по территории, расскажем. У нас, в принципе, были видеоролики, в которых Дмитрий Александрович подробно показывал, да и не только он, о том, что здесь происходит и сделано, но, может быть, какие-то успели выполниться дополнительные работы. И, соответственно, что изменилось? Я вот вижу, что уровень земли стал повыше. Да. В смонтированных конструкциях уже мы занимаемся подсыпкой песка под полы. Под отметку полов уже выходим. В первой зоне мы уже практически поднялись. Там уже видно, что песочек уже на
проектной отметки. Да, ну я думаю, ребята потом покажут. Покажут, да. Покажут. А вот сам монтаж пола, как будет выглядеть, из чего он состоит? Это монолитная плита, это, может быть, какие-то конструкции, какие-то перекрытия? Это некий пирожок. По песку, который сейчас вот, мы делаем цементно-песчаную стяжку, так называемую, под бетонку 100-миллиметровую. Дальше гидроизоляция, два слоя оклеечных. Защитный слой 40 миллиметров, тоже цементно-песчаные стяжки. И дальше уже сама плита 200 миллиметров. Но это будет именно из плит состоять или нет, это монолитная конструкция? Монолитная конструкция. То есть, а выбираться будет участки, как-то секции? Участки, совершенно верно, участки. Проектом заложены холодные швы бетонирования. Она, зона поделена где-то на 3, где-то на 4. На 4 зоны. Так что... А само бетонирование будет производиться бетонным насосом? Да? Бетонным насосом, да, совершенно верно, бетонным насосом. Ждем не дождемся. Ждем не дождемся. А касательно перекрытий, которых уже становится все больше и больше, ну, точнее, не перекрытие, а, ну, да, перекрытие, да. Перекрытие, да. В первой зоне 23-17 они уже практически готовы. В ближайшее время мы уже выйдем на бетонирование полов. Там также профлис является несъемной опалубкой, по которой выставляется каркас из арматуры. И также бетонируется насосами перекрытие толщиной 160 мм. А вот тоже некоторых наших зрителей мучил вопрос. По крайней мере, мне его лично несколько раз задавали. Вот мы имеем несколько этажей в определенных зонах, да, складской части. Как будет производиться бетонирование? Через верх бетононасос будет подавать? Через верх. А там, где два этажа? Насос также заходит сбоку. А, сбоку. Сбоку. То есть он заходит, имеет возможность? Конечно, конечно. А в дальний угол у бетононасоса имеются дополнительные насадки, шланги, которые он прокачивает, и в дальние участки, где он не добирается. Ну и по технологии, я так понимаю, также там будут также, секциями залиты также, швы. Также, совершенно верно, холодные швы бетонирования, да. И знаете, вот очень интересный вопрос касательно пожарного разрыва, который сделан между складской и опытно-производственной частью. Вот поподробнее можно рассказать, из чего он будет состоять? Потому что стоят две оси, две колонны и, соответственно, вот некоторое расстояние. Как он будет выполнен? Это будет какая-то заслонка или тоже? Вот, нет, здесь... это две перегородки из сэндвич-панелей. Просто две независимые перегородки. Понятно. По одной колонии и по другой колонии. Между ними 600 миллиметров зазор. А, то есть там именно прям зазор остается? Да, то есть самого какого-то материала? Нет. Понял. Хорошо. Мы можем дальше пройти. Давайте. Я вижу, что уже начата установка панелей цокольного этажа. Это, видимо, еще одна пристройка одноэтажная, насколько я понимаю. Это пристройка, да. Это... так называемые крылья пристройки. В первой зоне они уже выполнены. Буквально сегодня монтажники заходят в зону пристройки оси 15-8. Буквально сегодня мы им подготовили все основание. Вот они уже заезжают сюда подъемной техникой. И параллельно им мы ведем работы по монтажу фундаментных блоков для монтажа цокольных панелей. На них ставятся цокольные панели. Это именно необходимо для того, чтобы выставить панель? Да, совершенно верно. Выставить панель, поставить ее, это работа, я не знаю, это, наверное, 10% от общей работы. Все остальное находится там. Вот сейчас ребята этим занимаются. То есть фактически это как раз те скрытые работы, те которые... Те скрытые работы, которых не видно, да. Да. И, насколько я понимаю, все эти скрытые работы контролируются, актируются, и все это, соответственно, верно, документально, да, зафиксировано. Так, актами всевозможными контролирующими органами в лице Технополиса Москва. Это в том числе наш технический подрядчик. Ваш технический надзор, да. Да. Именно так. Видите, уважаемые дальше зрители, как много информации можно получить от человека, который в теме всех происходящих событий. Вот обратите внимание, огромное количество опалубки. А эта опалубка, она уже свое отработала, либо нет, она дальше будет, нет, использоваться? Вот она опалубка. А, то есть она одна и та же выстраивается, да, по, да, очереди? Да. Эта опалубка была снята на время работ по армированию. Дальше эта опалубка пойдет на второй этаж лестницы. Вот сейчас ведутся работы по армированию второго яруса лестницы.
Ну, судя по разрыву крыши, соответственно, будет выход на крышу. Да, есть лестницы, которые с выходом на кровлю. И, кстати, о кровле. Я так полагаю, на складской части нашей площадки что-то завезли, да? Что-то завезли, да. Ну, наверное, сейчас расскажете, что. Позавчера и сегодня были автомобили из Ярославля, которые привезли профилированный лист для кровли. Я думаю, чуть позже мы его сможем продемонстрировать. Если уж мы так вот с вами идем, расскажите, это, насколько я понимаю, сварочный участок? Сварочный участок, совершенно верно. А здесь происходит работа только с арматурой, либо еще, может быть, какие-то... Нет, здесь исключительно арматурная работа. Здесь исключительно арматурная. Вот мы здесь прошли, сейчас выполняются работы по приямок для ввода электрического кабеля. Приямок достаточно большой, конструкция тоже такая нехилая. Обратите внимание, сюда придет электрический кабель, который будет питать все ваше здание. То есть здесь будет установлен, как правильно назвать, что это, генератор, нет, здесь ничего не будет, здесь ничего не будет. Здесь просто ввод кабеля? Просто ввод кабеля, да, а дальше он разведется в помещениях. Это просто помещение для ввода. Фундаменты вот выполнены, и это даже не фундамент? Это не фундаменты, это еще стеночки здесь будут вертикальные. То есть это просто как коммутационная какая-то коробка? Да, 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 просто коробка. Бетонная коробка внутри здания. А да. Высокая она будет? Она до нуля будет, она вот такая будет. А, то есть он как бы под полом получается? Да, в полу будут люки. Пол у нас будет вот здесь вот где-то приблизительно. И в полу будут некие люки, в которых будут размещены. А вот это что за проем? Тоже дверной? Тоже дверной проем. Но интересно то, что он шире, нежели чем те. То есть это вопросы проекта. Я понял. Это вопросы проекта. Где-то шире, где-то уже. А вот мы здесь видим уже довольно такой серьезный навес, который начинает свое появление на свет. И, насколько я понимаю, что здесь будет сооружена пандусная группа, то есть будет еще какие-то установлены, да, вот, плиты, либо панели. Если либо... вы видите, там уже внизу существует бетонный фундамент. Угу. Фундамент под будущие эстакады. Здесь эстакада будет. А она будет монолитная или монолитная, опять же, из панелей? Монолитная, нет, нет. То есть также опалубка? Монолитная, и... также опалубка, точно, стеночкой и пол. Ваши машины грузовые будут вот так вот поворачивать, подъезжать задом вот сюда, и здесь разгрузка, погрузка. То есть фактически в здание они заезжать не будут? Нет, нет. А... В здании есть ворота, одни и другие. Вот с этой вот разгрузочной зоны. Ясно. Ну, то есть... Судя по наличию фундаментов, уже находящихся в земле, несущая способность конструкции будет внушительной. Да, внушительной. Абсолютно, да. Абсолютно тяжелая конструкция. А навес это... А навес накрывающий как раз вот, смотрите, навес он накрывает вот эту разгрузочную эстакаду. Ну, как раз погрузчики будут кататься под навесом. Эта массивная конструкция, она выполняет именно роль навеса и ничего больше. Ничего более. Ничего более. Защита от дождя, атмосферных осадков. Ну, судя по ее внешнему виду, снега на нее может насыпать много, и она будет чувствовать себя прекрасно. Будет себя чувствовать прекрасно. По сечению балок это видно. Также мы с вами можем видеть, что очень мало металлоконструкций находится в этой части склада. Они куда-то делись, куда мы их дели. Они все там. Они все там. Но, тем не менее, я вижу то, что завезли еще часть металлоконструкции. Довозят, довозят. Это уже, вот это вот есть как раз конструкция АБК. А, то есть это АБК? Это АБК. Это АБК и, как я говорил позавчера и сегодня, вот это есть уже материалы, вы видите, это материалы для кровли. Ну, материалов для кровли пока еще, я так полагаю, завезено немного. То немного, есть, видимо, это только... часть, и они попали в поставку вместе с конструкциями. Вместе с конструкциями, да. То есть чуть позже, я так полагаю, подобных сэндвичей, если можно так выразиться, здесь будет. Очень много. Особенно объемная, это, конечно, минераловатная плита, которой будет очень много. А куда же мы будем ее складировать? Вопрос. Территория на самом деле небольшая, но будем стараться. Я понял. Будем стараться. Я думаю, потом вы нам покажете по результату. Будет новый склад. Большой, да, будет новый склад, большие горы. Виноваты.
А вот расскажите, там происходит сейчас, насколько я понимаю, создание тоже фундамента с гидроизоляцией дополнительной какой-то. Вот это тоже есть при ямке. Если тот приямок будет для ввода электрического кабеля, то вот эти приямки для воды, хозяйственно-бытового водопровода. То есть здесь ввод просто? Здесь просто водичка, да. С счетчиками, с задвижками там со всякими. Коммуникации дальше пойдут под полом в разводке все? Да. Отопительные системы? Да. Все в полах, да. То есть фактически на момент, когда будет осуществляться отливка перекрытий, да, ну, пола? Совершенно верно. Заранее все совершенно верно. Буквально на этой неделе уже заезжают сюда сантехники. Вот в этой зоне, которая сейчас отсыпана, очень много канализации. Угу. Очень много канализации. И на следующей неделе, я так планирую, начнутся работы по разводке этой канализации вот в этой большой зоне. Ну, то есть для наших зрителей, кто сталкивался с ремонтом в квартирах, в загородных домах, можно ли это сравнить с размещением коммуникаций при отливке теплого пола? Ну, да. Правильно, теплого, да, пола, совершенно верно. Да. Провода, там, трубы, все что угодно. Вот все то же самое, это тоже для вас будет очень интересно, когда вся вот эта красивая площадка, вот эта сейчас отсыпная площадка, будет взорвана. Да, все раскапано траншеями, будут уложены трубы, но опять все это будет упаковано. Здесь будет производиться, на самом деле, серьезная работа. Все то здание, вот эта коробка, которую мы видим сейчас в открытом состоянии, без перекрытий и без перегородок, она будет поделена на определенные зоны. На определенные зоны. В соответствии с проектной документацией там будут уже осуществлены выводы вот этих коммуникаций по месту. По месту совершенно. И мы уже знаем, где, что, сколько, абсолютно, куда, да, где абсолютно. Какой будет выключатель. Да, именно так. Титанический объем работы, я не могу это по-другому объем никак работы прокомментировать. Да. Вся вот эта территория будет распахана траншеями. Ну, будем посмотреть, как это будет выглядеть. Вам будет очень интересно. Нам уже интересно, а будет еще интереснее. Спасибо вам большое за развернутый комментарий. Больше не будем отвлекать вас от ваших прямых обязанностей. Вам спасибо. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо большое. До новых встреч. Задавайте свои вопросы.